Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале «Садовые развлечения». 6 августа. Вечер. Солнце скрылось немножечко, ветер немножечко поутих. И я вот решила снять свои флоксы. Пока позволяет погода, пока нет дождя, пока есть что снимать. Ну, хотелось бы напомнить, что весной этого года я купила флоксы в магазине. Некоторые сорта заказала на сайте. И потом мы вместе с вами их черенковали. И вот результат, что получилось, хотелось бы показать. Но вот это пока я показываю вам не черенки, а просто флоксы первогодки. Такие красивенькие, просто красивучие, цветут. Вот такие вот красивые. Вот такой вот необычно желто-зеленый флокс. Очень красивый. Необычный. Некоторые флоксики еще не цветут. Такой вот не цветет. Вот такой вот не цветет. Неизвестно, какого цвета будет. А вот этот вот белый, это прошлого года флокс. Такой роскошный. Просто роскошный. Флоксик. Мне вот этот очень нравится флокс. Первый год цветет. У этого флокса цветок такой необычный, красивый, крупный. А вот это вот черенки, которые мы вместе с вами черенковали от тех флоксов, которые я только что сейчас вам показала. Недавно у нас прошли сильные дожди, вон земля потрескалась, прям 3 дня шли дожди непрерывно. Вообще Южный Урал стоит жара такая просто аномальная, все лето. Больше 40 градусов было. И вот эти вот черенки, которые мы вместе с вами черенковали, посмотрите, они уже зацветают. То есть я увеличила свои сокровища в несколько раз. Вот это черенки. Ролики, как черенковали флоксы, есть на моем канале. Кому интересно, можно зайти посмотреть. Вот рядышком гортензия древовидная. Просто роскошнейшее создание.